Офис открыт. Сбербанк ждет своих клиентов. Выездной день. Рейдовое мероприятие проведено органами системы профилактики. Памятная дата. Вспоминая о блокадном Ленинграде. Сегодня в администрации района состоялось заседание 56-й сессии районного совета депутатов, на рассмотрение которых вынесено 6 вопросов. На ледовой переправе в районе поселка Потапово установлен знак 25 тонн. О других не менее важных событиях этого дня расскажут наши корреспонденты. В эфире Северо-Енисейская информационная служба. В студии работает Александр Попко. Здравствуйте. «28 января 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о мерах по восстановлению и развитию птицеводства в совхозах. А между тем войска левого крыла 1-го Прибалтийского фронта освободили город и порт Клайпеда, тем самым завершили очищение от противника территории Советской Литвы. Войска 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии вели успешные бои с противником и продвигались вперед. Войска 2-го Белорусского фронта очистили от противника восточный берег река Висла и заняли город Кульм и несколько других населенных пунктов. Войска 1-го Белорусского фронта вели бои по ликвидации окруженной познанской группировки противника и продолжали наступление Висло-Одерской операции. После проведения работ по переформатированию открыт офис Сбербанка в городском поселке Северо-Енисейский. Обновленный офис расположен по знакомому жителям района адресу Ленина, 15. А вот что изменилось, узнавал наш корреспондент. Просторное помещение, удобные мягкие кресла в зонах обслуживания, место ожидания с большим диваном, корзины с зелеными яблоками для клиентов. Так встретил обновленный филиал Сбербанка жителей Северо-Енисейского района. И это далеко не все изменения. Но вернемся назад во времени. А таким был офис совсем недавно. Длинные очереди у стойки, часы ожидания, нередко потраченные нервы и время. Все это отдаляло клиентов от своего банка. Вопросы о качестве обслуживания нередко звучали во время прямых эфиров с главой района. С перерезания зеленой ленты во время торжественного открытия модернизированного офиса начинается новая история филиала городского поселка Северо-Енисейский. 3, 2, 1. Так, проведено удобное зонирование с точки зрения комфорта клиентов. Вот, банкомат установлен отдельно для того, чтобы, как я уже говорил, можно было им пользоваться круглосуточно, и он установлен там в отдельной зоне. Далее два менеджера по продажам, которые могут предоставлять абсолютно полный перечень услуг. И три оператора, которые в данном случае у нас обслуживают как частных, так и корпоративных клиентов. Вот поэтому с точки зрения зонирования, удобства, мягких диванов, безбарьерного обслуживания, я думаю, это будет намного удобнее, чем филиалов, который был ранее в Северо-Енисейске. Еще одно важное нововведение. Сбербанк стал доступнее для маломобильных граждан. В помещении установлены тактильные пути, указатели со шрифтом Брайля. Переформатирование поможет в разы улучшить скорость и качество обслуживания. Мне кажется, что после вот этого очередей, какие они были раньше, не будет. И люди, естественно, будут сюда тянуться и работать, и вкладывать свои сбережения. Это, наверное, главная задача нашего Сбербанка, чтобы в них вкладывались. Круглосуточная работа банкоматов, сокращение очередей, отдельное место для доступа к интернет-банку и в целом комфорт. Все это еще предстоит попробовать и прочувствовать клиентам Сбербанка Северо-Енисейского района. Но первые впечатления уже есть, и они положительные. У меня такое ощущение, что даже девочки, вот операторы, кто обслуживает, у них даже настроение лучше стало. Они стали более приветливые, им приятно здесь находиться, они хотят обслужить клиента, это видно. То есть у них нет никаких неприятных ощущений при нашем виде, потому что была очень напряженная обстановка. Я помню это прекрасно, когда приходишь и стоишь в очередях. Просто целый день нужно было выделить для того, чтобы прийти в Сбербанк и сделать какую-то одну малейшую там операцию всего лишь-то. Но сейчас, я надеюсь, все изменится, потому что приходишь и понимаешь, что все автоматизировано. Банкомат работает круглосуточно. Это вообще огромнейший плюс.
Сегодня филиал обслуживает тысячи клиентов отдаленного северного района. За заработную плату на карты банка получают работники крупного золотодобывающего предприятия, муниципальные учреждения. Разительные перемены должны сделать филиал банка еще ближе к своим клиентам. Артем Поздняков, Александр Еськин, Северо-Енисейская информационная служба. На протяжении нескольких лет в планах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав разработан график проведения рейдовых мероприятий, в котором в этот раз принимают участие инспектор по делам несовершеннолетних, представители системы профилактики и общественного совета полиции. Основной целью рейда является выявление подростков на улице после 10 часов вечера. Основанием для проведения рейда в выездной день является закон Красноярского края о защите прав ребенка. В нем четко прописаны часы наступления комендантского часа для несовершеннолетних, которым не исполнилось 16 лет. В зимнее время с 1 октября по 30 апреля разрешено нахождение на улице без сопровождения взрослых до 22:00. Рейдуем мы ежемесячно, согласно графика, в любой день, с любым представителем системы профилактики. Ну, результаты, конечно, бывают. Вот прошлый год у нас получилось, ну, одного мы выявили несовершеннолетнего, который находился после 10 часов вечера без взрослого. Соответственно, несовершеннолетний был передан родителям под расписку, ну и впоследствии составлен протокол на маму. Вот и сегодня на часах 11 час, не по-зимнему теплый январский вечер. На улице редкие прохожие, но все взрослые. Местом сбора в такое время года может быть любое теплое помещение, от подвала до подъезда любого дома. Примерные точки инспектор ПДН Александр Лисовский уже знает, поэтому методично объезжаем их все подряд. Для Лисовского это знакомый по многочисленным рейдам маршрут. Но в них в этот вечер ни души. В подъездах тишина и порядок, чистые лестничные площадки приятно радуют глаз. Второй раз в выездном дне участвует Ольга Левикова. Ее должность, заведующей отделением помощи семье и детям, подразумевает в том числе и осуществление контроля за своими подопечными. За 11 лет работы Ольга Геннадьевна может назвать несколько семей, которым удалось исправиться и выбрать для себя правильный образ жизни. Немного, но есть. И мы очень этому рады, потому что те люди, которые действительно семьи, вот родители исправились и ведут сейчас такой положительный образ жизни, выполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей. И они сами довольны этим и благодарят. Это процесс такой кропотливый, и некоторые встают, поднимаются, начинают что-то делать, а потом опять скатываются. Ну, бывает такое, да. Но вот те, которые встали на истинный путь, так сказать, и которые сейчас ведут очень хороший образ жизни, и дети находятся, в общем-то, в любви, в такой в дружеской обстановке в семье живут. Это действительно радует. И думаешь, ну не зря, наверное, мы работаем. И это, наверное, главное – осознание полезности своей работы. Хотя статистика утверждает, что нарушители есть всегда. Просто в какой-то момент их больше, в какой-то меньше. Проведенное рейдовое мероприятие обошлось без обнаружения нарушителей, составления протоколов и наложения административных наказаний. И это как раз тот случай, когда отрицательный результат по числу невыявленных нарушений является положительным. Лариса Пустакашина, Виктор Потапчук, Северо-Енисейская информационная служба. О чем пишут главные интернет-СМИ страны, Красноярского края, и что наиболее заметно произошло в нашем районе за последние 7 дней, расскажем в нашем интернет-обзоре. В России спрогнозировали подорожание мяса и молока. Цены животного происхождения могут подорожать на 12%. Рост цен на продукцию животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. Еще одним из факторов, оказывающих влияние на ценообразование, станет введенная с 1 ноября 2019 года электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий». Кроме того, с 1 июня 2020 года вводится цифровая маркировка молочной продукции, что также повысит нагрузку на производителей, сообщает портал «Известия.iz.ru».
Север должен быть территорией комфортной для жизни. Одобрен проект стратегии развития арктической зоны края до 2030 года, сообщает newslab.ru. В Красноярске при участии губернатора Александра Уса обсудили и публично представили проект стратегии развития северных территорий и поддержки коренных малочисленных народов края. Документ разрабатывался командой экспертов Института регионального консалтинга и СФУ совместно с правительством края по поручению Александра Уса. Как подчеркнул губернатор, одна из его основных задач – сделать так, чтобы уровень жизни на севере края не отличался от среднего по России по всем основным критериям. В январе в Северо-Енисейском районе юбилей отметили две организации. Поздравления принимали сотрудники Северо-Енисейского лесничества. Организации исполнилось 65 лет. Главная задача работников лесного хозяйства – сохранение лесов, защита и охрана природы. Организация – неистощительного природопользования. Круглая дата и у службы заказчика-застройщика. Учреждению – 20. На еженедельной планерке глава района Шмурат Гайнудинов отметил, что все вопросы строительства в районе ремонтов решаются специалистами службы. Именно они делают выводы о необходимости тех или иных работ, делают сметы, защищают их на экспертизе в Красноярске, проводят приемку объектов. Торжественная церемония вручения почетных знаков «Дети войны» состоялась во всех поселках района. Именные удостоверения и нагрудные знаки вручены 292 людям старшего поколения. В среду, 29 января, в эфире 7 СТВ пройдет получасовой показ материала, посвященного детям войны. Наши зрители смогут увидеть полную церемонию вручения почетных знаков «Дети войны», услышать реальные истории людей, переживших страшные, полные голода и ужаса годы. Но ни одно из обстоятельств их не сломило. Они и сегодня в свои годы полны оптимизма и доброты. Кто-то из них помнит все 4 года войны, кто-то только послевоенное время, которое тоже было голодным. Папу в первый день войны взяли на фронт, в 43-м он погиб, а нас у мамы осталось 6 человек. И вот я хорошо помню голод. Только ели-то что? Ели что? Картошку собирали мороженую, потом лебеду, вот это пекли лепешки, и мама давала еще. Ну, картошка была. Специально для виновников мероприятия был подготовлен концерт, в котором организаторы, творческие коллективы и солисты своими выступлениями благодарили детей войны за то, что мы живем сегодня. Об этом более подробно смотрите завтра. Начало эфира в 18:30. Закаливание, развитие мышц, опорно-двигательного аппарата, координация движений – все это дают занятия плаванием, особенно в раннем возрасте. И ребятишкам нравится находиться в воде. Наша съемочная группа побывала на занятиях у малышей и выяснила все о пользе таких занятий. Для малышей плавание – одно из любимых занятий. Можно вдоволь наплюхаться в воде, порезвиться. При этом тренер Надежда Мугалямова четко соблюдает все инструкции безопасности. Даже если кажется, что она смотрит в другую сторону, от ее взгляда не ускользнет ни одно движение ребенка. Без особых предисловий сразу выясняем, чем же полезно плавание в раннем возрасте. Это хороший сон, хороший аппетит, это спокойствие родителей, потому что ребенок действительно после бассейна, он расслабляется, он получает кучу и больших эмоций, которые положительные. Вот. Это укрепляет нервную систему, естественно, укрепляет мышечный корсет уже с маленького возраста. Принимая решение о начале занятий с ребенком, надо понимать, если ребенок не очень любит водную среду или даже боится воды, не стоит силой заставлять его заниматься. Надо приучать постепенно, начиная с плавания в ванне. Впрочем, этим трехлеткам и бассейн, и даже море уже по колено. Но для малышей существуют и другие ограничения. Например, для детей 3 лет температура в бассейне должна быть не менее 34-35 градусов. И в воде они должны находиться не более 10-15 минут. Позже температуру воды можно снизить до 28-29 градусов. Впрочем, и при простом купании педиатры советуют постепенно снижать температуру воды. Во-первых, ребенок закаливается не только в бассейне, а закаливается, потому что везде температура, она разная. И в раздевалке, и в вестибюле, и в душевой, и бассейн – это большая вообще закалка организма.
Здесь для родителей нужно услышать меня в том плане, что если ребенок ходит в бассейн, немножко приболел, вылечиваем и опять в бассейн. Потом еще раз болел, опять в бассейн. После этого ребенок действительно не болеет. Это уже практика показывает. Тренер учит детей правильно двигаться, дышать и даже нырять. Занятия можно продолжить и в большом бассейне, при желании индивидуально. Ну а в детском саду Надежда Владимировна уже присмотрела себе будущих чемпионов. Хотя с удовольствием занимается с детьми любого возраста, и эти маленькие волжата для нее стали родными. Наталья Колесникова, Александр Попко, Северо-Енисейская информационная служба. Очень трогательную композицию показали для школьников ТЭИ в Василковом доме культуры. Начиная с порога, ребята попадали в атмосферу блокадного Ленинграда. Старые музейные весы, блокадные карточки и 125-граммовые кусочки блокадного хлеба были вручены всем участникам этого события, посвященного 76-й годовщине снятия блокады города-героя Ленинграда. Наш корреспондент подготовил репортаж с этого неординарного события. О ленинградской блокаде прямо сейчас. А я и мои коллеги на этом с вами прощаемся. Хороших вам новостей. День снятия блокады Ленинграда – дата пронзительная и скорбная для большой России. Ведь Ленинград – это символ бед и страданий, которые принесла человечеству Вторая мировая война. Об этом говорили на своей линейке старшеклассники ТЭИской школы о памяти 1 300 000 умерших ленинградцев была минута молчания. Это такая катастрофа в человеческой истории. Вот такое было насилие, которого трудно представить. Просто трудно представить. Это просто хищнический, нечеловеческий план затеял Гитлер. Над кем издеваться надо было? Ему и нужно было убить веру любого человека Советского Союза, что если возьмут этот город, а если возьмут Москву, просто считали Советский Союз людей недочеловеками. Поэтому, чтобы даже напоминания не было о том, что существовало такое государство с такими мощными городами, как Ленинград и Москву. Убить людей, срыть город, залить водой, чтобы ничто не напоминало, что когда-то здесь жил славянский народ. 900 дней и ночей длилась блокада. Хлебный паёк для ребенка составлял на день 125 граммов. Только 125. Он входил в маленькую детскую руку. Показать, что из себя представлял блокадный хлеб, решились повара школьной столовой. Сколько граммов в этом кусочке? Примерно 125, может чуть-чуть больше. Так, пожалуйста, возьмите в руку. Вот вы могли бы продержаться 872 дня, сколько длилась блокада, на 125 граммов в день хлеба? Наверное, нет. Нет? Нет. Ну, давайте взвесим точно там. Тут... уже увидишь. Да, ну... Тут примерно, да, 125-150 грамм. А, значит, кто-то схалтурил чуть-чуть, когда резали, да? А он же черный-черный был. Вот знаете, что, какой, да, что было в хлебе, в рецептуре хлеба, кто знает? Так, пожалуйста, не-не-не. Говорите. Ну, клей, опилки. Так, что еще? Еще, не знаю, ну да, клей. Угли были. Уголь. Когда? Хлеб пекли, добавляли то, что можно было добавить. Примеси всякие. Могли глину добавить, чтобы он был как кирпич. В зале Дома культуры стоит полная тишина. Дети смотрят композицию о блокаде. «Я говорю с тобой из Ленинграда». Это история блокады, рассказанная детям, их же сверстниками. Я в горы саночки толкаю. Еще немного, и конец. Вода в дороге замерзает. Тяжелой стала, как свинец.
метет колючая пороша, а ветер камень и слезу изнемогаю, точно лошадь. Не хлеб, а воду я везу, и смерть сама сидит на козлах, упряжка странная, горда. Как хорошо, что ты замерзла, святая Невская вода. Когда я подскользнусь под горкой, на той тропинке ледяной, ты не прольешься из ведерка, я привезу тебя домой. Еще никогда не было в Ленинграде такой новогодней ночи, как нынешняя. Мне незачем рассказывать вам, какая она. Каждый ленинградец знает об этом сам. Каждый чувствует сейчас, вот в эту минуту, ее небывалое дыхание. И все-таки, вопреки всему, да будет в суровых наших жилищах праздник. Когда Черчиллю, у которого радио было настроено на ленинградскую волну, докладывали, что город пал, он сказал: «Так даже почему город говорит?» И даже тогда, когда сводку не мог прочесть один из дикторов из-за голодного обморока, слушатель возмутился: «Я же прислал ему 1,5 килограмма клея!» Владимир Иванович Оглоблин – ветеран Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина. Попробовал хлеб, который мы доставили ему от школьных поваров. А вы порадовались, да, когда блокаду сняли? Вы же ваш родной город, представляете? Конечно, порадовался. Ну вот он... Вот у меня он, вся родня в Ленинграде. Да, вот, выжили, да. Все, выжили. Да. На вкус это наш хлеб. Да, ну старались, да. Вроде как блокадный. А то хлеб-то был черный. Там, да, и смесь там разная. Вот не сравнишь. Но старались все равно, чтобы дети поняли, как это мало, 125 граммов. Дети даже говорят, не выжили бы на таком пайке. Вот наши дети тейские. Угу. Вот мы нас и эвакуировали с Выборга, чтобы быстрее проехать на большую землю. За нами уже рельсы разбирали. Ух ты. С Выборга до Ленинграда. Владимир Иванович, а почему войну пытаются вот наши недруги переписать в свою пользу? Как думаете? А сейчас каждый гнет под себя вот так. Кому выгодно? Да, кому выгодно. И если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут. Как ты считаешь, почему в зале все время стояла тишина? Такое мероприятие, которое, мне кажется, до глубины души завораживает каждого, несмотря на возраст и старших, и детей. И это очень удивительно, на самом деле. И это прекрасно, что дети так относятся трепетно к такой теме, как блокада Ленинграда. Каждый раз, когда ты читаешь эти письма, письма были взяты из разных книг блокадников, и очень тяжело пропускать через себя все эти эмоции, которые пережили блокаду в Ленинграде. Мне даже сейчас мои наставники сказали: не дай бог тебе одеть такую форму. На самом деле, в жизни тяжело. И не дай бог моему ребенку такое пережить, и другим детям тоже. Гитлер заявил в годы войны: «Ленинград мы штурмуем сознательно. Ленинград выжрет самого себя». Но гитлеровцы, неся на своих знаменах
смерть и фашизм не уничтожили страну и ее мужественных людей. Растет новое поколение, которое знает мир и не хочет войны. Если вот так каждый день, вот, допустим, нас так будут кормить, мы не выживем. Потому что мы уже привыкли, что нам целые куски хлеба дают. Мы истощаем. Мы истощаем от голода и не сможем не ходить уже. Да. Мне не страшно, потому что мне повезло, что мы родились в это время, когда нет ни войн, ни всяких таких голоданий. И мне вот не страшно из-за того, что я знаю, что у нас всегда хорошо кормят. И а вот если бы вот мы же там не были, мы не поймем никогда, каково это. Все-таки хочешь, чтобы больше таких не было блокад. Мы за мир! Точно. Да. Сто пудов.